Французский суд отложил решение о сносе джунглей под Кале, крупнейших в стране трущоб для нелегальных мигрантов. Работы по сносу лагеря должны были начаться сегодня вечером. Утром в поселок прибыл судья, а после полудня стало известно, что вторник должен закончиться спокойно. Начало выселения будет перенесено на среду или даже на четверг. Здесь живут более 3000 человек. Здесь есть мечеть, школы. В джунглях все есть. Они уже как небольшой город. Люди вложили в него много труда, а его собираются снести. Из Кале открывается кратчайший путь в Великобританию. Нелегалы переправляются через пролив на самодельных лодках или пешком идут по железнодорожному евротуннелю. Местные власти на прошлой неделе распорядились снести джунгли и распределить их обитателей по другим центрам и лагерям. При этом министр внутренних дел Франции Бернар Казнев пообещал, что работы будут вестись максимально аккуратно и гуманно, без излишней спешки.